И всем привет, друзья! С вами снова я, Отспой Геймер, и я сразу же записываю следующую серию, финальную серию. Что ж, кладовка, говоришь? Посмотрим, что там. О, шикарно. Так, вот он какой, этот ваш городок у замка. Она все-таки решила с нами пойти. Это... неплохо. Верно. Крис, Сьюзи, от имени всего-то, кого я угнетала, спасибо вам. Отлично, это не сон. В прошлый раз я вроде говорил то же самое. Я буду вашей назойливой соседкой по комнате. Замечательно, мисс. Одна темная королева тоже хотела быть мной. А, моей соседкой, ладно. Крис, я уверен, что есть множество собеседников. Но не обязательно делать все сразу. Сохраняйся и можешь сделать перерыв в любое время, хорошо? О, чувак, это заявочка. Вот сюда я не ходил в прошлый раз. Тут ведь нихера не изменилось, надеюсь. Мы делаем это место более похожим на доску. Пешки тоже будут счастливы. Вот прикол, если у меня совпал голос с этим чуваком, как я его озвучил 3 года назад. Ха. Я червяк. Я не понимаю налогов и ценностей. Кто сотворил такое с моим манекеном? А что с ним, я не заметил. Как ваш принц, я приказываю вам его починить. Кто-нибудь меня осужит? Я слушал. Не кричи через весь город. Эй, Лансер. Привет, Сьюзи. Если бы Ноэль была тут, она, наверное, нарядила бы его как новогоднюю елку. А? Почему я вообще об этом думаю? Ну, наверное, потому что я его обнял, падла. И он все помнит. Посмотрите на эту морду. Руки он держит. Падла. Видимо, даже пробный образец нужно покупать. Это место прекрасно, полно новых клиентов. Хотите бесплатный образец? Попробуйте кусочек этой одежды всего за 4 доллара. А нельзя купить? А, жалко. Хераси, а темные доллары есть в том мире, если туда перейти? Наверное, нет. Я тренировался. Но не спрашивайте, чему я тренировался. Вы впечатлены? Похоже, врата закрыты. Скорее всего, они никогда не будут открыты вновь. Жалко, там мир такой прикольный был. Ну, естественно... карту бы рисовать не стал. Разработчик, да? Музыка? О! Добро пожаловать в музыкальную комнату. Мы ничего не продаем. Не продаете, говорите, да? Окей, можно менять. Говорить. Красивый город, шеф. Я думаю, нам здесь понравится. Крутой город. В знак благодарности ты можешь послушать здесь любые песни. Не думаю, что это будет дешево. Что, бесплатное? Что? Крах, бум, бах. Так. А я могу включить ту крутую, где они дрались? Мне ж понравилось. Ладно, пусть будет cool mixtape. Окей. Лансер. Хорошая песня. Хорошая песня. Ладно, то наверняка есть какая-то пасхалка, но ладно. Если включить определенную последовательность определенных песен, да? Ну, обычно так это делается. Я бы сделал так. Увидимся. Унюхаемся. Услышимся. А, и тут не остается дерьмо. Ну ладно, зато можно прослушать. По моему плейлисту. Крупивака. Я переманиваю вас, дорогие темные ребята. О, мэн. А я сюда вроде не ходил до этого. Большое вам спасибо за этот чудесный город. Он почти такой же красивый, как и мои постройки Майнсрофты. Оно так и переводилось, я не уверен в этом. Это шутка чисто русских. Русскоговорящих. Мне всего лишь нужно накопать десятки тысяч стыков бубсидиана. Да ладно вам. В стене есть дыра. Внутри ничего нет. Как олд Майнкрафта с альфа-версии 2011 года, я заявляю. 2010. 2009, неважно, я забыл. 2011 релиз. Ладно, опять я про свое. Сердце рада видеть много новых лиц. Счастливое сердце. Чуть сначала не начал подбирать под нее голос, потом заметил, что у нее скобочки. Мама Мива, добро пожаловать в пекарню Круть. Это было? Ребят, что-нибудь скажете? Мама Мива. Меня выгнали из кафе. И что мне теперь делать? Подарок. Мама Мива, пока вся фиолетовая девочка с вами.
от меня вы не увидите никаких подарков, мама Вия. Кого это волнует, торт я могу получить и от Розе. Но как же мои уникальные навыки? Я и не судите меня, если сегодняшняя выпечка будет немного пересолена. Уху, я шеф-фансер. Попробуйте мои восхитительные печеньки ручной работы. Они бесплатны, за небольшую цену. Вы уже взяли печеньку. Ждите, я еще не восстановился после прошлой. Хера мне это надо? Так-так, добро пожаловать. Я не знаю, для чего предназначены все эти странные инструменты, но мои навыки позволяют мне объединять предметы для создания новых. Ну... Хляб, что за технику вы упомянули сейчас? А что там можно объединить? Ого-го-го, а я давно мог... Как? А, забавно. What the f... Ладно, я не буду ничего объединять. Нахера мне это надо? Я же не буду больше с кем-то сражаться. Какое чудесное место. Спасибо вам. Этот город, а не ресторан, выглядит странно. Я и не пойду туда. Окей, по одному диалогу, да? Охо, добро пожаловать домой. Все снова изменилось здесь, в ЛПГ-городе. Мой-мой город, да-да. Да-да, я. Это мечта, что растет с любовью и заботой. Не бойся мечтать. Ох, ох, интересно, вернется ли она. Мой, о, йоу, босс, мы просто вспоминаем о битве с тобой. Ха-ха, верно, они так долго ждали своей очереди. Что, рогатая девушка, я никогда не видел ее. О, порабощенный. Спасибо, что избавились от королевы. Да, эта форма намного круче, так что я оставлю ее. Понятно. У чего настроение? Мужчина. Тот кролик я и этот чувак объединились. Юные мастера, спасибо за такую большую местность для уборки. У местных такие же чистые сердца. Чистота. Ребят, да вы повадили. Приятно заводить друзей, которым нравится чистое веселье. Чистота. О, ребят, мужчина тут настоящий. Добрый вечер, босс. Блюдо для прожаренные Е23Д28. 3D? Они... Кто-то сказал 3D? Они были тщательно обработаны моими старыми лучшими JPEG-артефактами. Надеюсь, это соответствует вашим форматам вкуса. Кто из нас босс-то? Так, можешь не повторяться, мэн? Добро пожаловать, босс. Мы обнаружили странного хулигана, пытающего превратить кафе во вторую пекарню. Он вертелся и плакал, когда мои люди выносили его. Мы не прогнозируем дальнейших трудностей. Джавел, что ли? А теперь, пожалуйста, вы много работали, босс. Расслабляйтесь и наслаждайтесь. Меня смущает то, что можно хилки закупить. Ну, не закупить, а, ну, поняли. Привет, жители, и рекомендации. Опа-на! А тут читать? Немного, ладно. Пылик, вот это все мы вроде читали, да, и про пешку, и тинейджер. О, да ладно, это будет весело. Агрессивный антивирус, не подвластен болезням. Знает, ух, тут и атаки, и все. Не любит отблок, забавные звуки, громкие сирены. Ну, вы, короче, сами можете все почитать, наверное, да? Ладно, знает фразу «особох», что значит «давай поиграем». Но знает ли он об этом сам? Этот кот любит тебя. Его конвертировала королева, но теперь он сильнее и круче. Так. Мечтает воспроизвести сцены из мультфильмов о кошках-мышках. Давайте взаимодействовать. Вы читаете, что они любят, а я буду читать то, что... Ха-ха, интерактив. Совсем я шизанулся с этими стримами, которых нет. Они вымышлены. Точно. В этом темном мире. В моей комнате. В белой комнате, наверное. Вирус со слегка криминальной жилкой, золотым сердцем. Скворецкий, колоритный щегол. В сложных ситуациях на него всегда можно положиться. Беспроводен. Поглотил провод под воздействием духа битвы. Чересчур возбудим. Диспетчер задачи. Любит согласовать наряды, сильно не любит клоунов. Колесико-мышь. Вы пригласили 3 большие мыши, и вы не знаете, что с ними делать. Ну и все. Че, вернемся? Мужчина, а что из рекомендаций? Я нам монстрам рекомендую
видный пирог. Таким образом, на вас не будут видны пятна от еды. Похоже, ведет себя хорошо. Это вообще законно? Босс, это кафе такое... неизящное такое, невзрачное. Давайте превратим его в кафе животными. Вам тут не тесно будет. Вы можете стать одним из его питомцев. Тоже, босс. Ну, животным, разве ты хочешь? Ладно. Музыкальный автомат сломан. Похоже, работающий вы никогда не найдете. Эй, босс, я буду звездное парфе из Темной Королевы. Он что, тут местный этот, что ли, подрабатывает? Зачем? Эй, босс, я буду звездное парфе. Сердце выглядит довольной. У них свидание? Здорово проводить время с Сердцей, моей лучшей подругой. Да, все вы подруги. А я вроде это уже говорил. Лучшая подруга. Хе-хе, приветствую, странники. Так, погоди, чувак. О, у тебя же можно купить старые эти все штучки. Энтеркарта. Жуткий меч. Ладно, ничего продавать ему не буду. Говорить. Что это? Похоже, у вас есть теневой кристалл. К несчастью, похоже, что вы пропустили одно из ваших предыдущих приключений. Но вы уверены? А вот и отголоски того, что я забыл сейф тогда, да. Вы уверены, что не победили этого клоуна? Возможно, вы просто еще не вспомнили о том, что он у вас забыл. Верно. Если вы когда-либо побеждали этого врага в прошлом, тогда, возможно, даже здесь и сейчас этот кристалл может оказаться где-то поблизости. Возможно. Оставайтесь или потратьте свое время на что-нибудь еще. Кажется, в городе много новых лиц. Мой старый пух согревается при виде такой надежды. Я даже удивился, увидев королеву вновь. Вновь? Совсем не изменилось, но как и все мы. Те молодые люди сделали интересный магазин. Они оставили производство бубликов, поэтому у меня есть остатки их запасов. К слову, уже поздно, не так ли? Вам следует поспешить домой, как только вы закончите здесь свои дела. Вы ведь не хотите, чтобы вас поймали, когда солнце зайдет? Ну и все, повтор. Че за кристалл, мать вашу? Еще увидимся, или нет? Кристалл. Чувак, ну ты долбанутый. Правиус. Ох, милорд, вот она я ваша, нервнейший слуга, что никогда не покидает вас. Ха-ха, что за ужасное приключение. Время разбить ноги и расслабиться. Чувак? А, не, его нет. Веселое дыцо. Кто этот высокий и темный? Он довольно жуткий. В смысле, оправдание? Его шея выглядит такой пушистой. Ну и... будто мне есть дело. Она хочет потереться лицом. В него. Оправдание. Похоже, он не простит вам того, что вы его пощадили. Если вы не сможете победить его в бою. Я не так силен, как остальные. Все, что я могу сейчас делать, ахнуть и прокомментировать битву. О, я ж смогу сражаться еще, точно. Кровать на троих или на одно трехголовое существо. Так, ребята, я мастер сражений, задавайте свои вопросы. Ну, это все было. Извините, чувак, но мы уже как бы прошли. Эй, босс, чем могу помочь? Испытание. Ну, давайте сразимся. Это будет интересно. Босс, вы можете действовать и щадить в одном ходу. Если вы знаете, что с действия 100% сработает, щадите врага в тот же ход и помощью Сьюзи или Роузе. Позвольте, Джо присутствует на работе. Приступает к работе. Погодите, а что подействует-то? Побрить. Пощадить. Защита. Вы сбрили Пазл Джо. Сьюзи щадит врага Пазл Джо. О, босс, вы щадите меня? А, стойте. Есть еще кое-кто. Кое-что, о чем я должен рассказать. Босс. Этот метод работает также и с уставшими врагами. Если действие утомит врага,
с позицией смирения Розе. Пазл Джо выглядит так, как будто ему не помешает сказка на ночь. Сказка на ночь. Смирение. Сьюзи рассказала врагу сказки о том, как он будет избит. Враг устал. Розе накладывает смирение. Получилось, босс. Если вы будете щадить врагов таким способом, сражения будут проходить куда быстрее. Ничего себе, я не знал. Потрясающая битва. Как и обещал, вот твоя награда. $1. Окей. Да-да, оно закрывается. Окей, я пройду все главы. Тут недолго. Миллиметраж. Уклоняйся. Круто, слушайте, я пропустил это тогда, но теперь даже интересно, что я это делаю после того, как прошел всю игру. Ну, дальнюю главу. А я не могу домашиться, да, верно? Ой-ой. А если я умру, что будет? Окей. Изич. Потрясающая битва. Как и обещал, вот твоя награда. Получили $100. Ну, мне бы это пригодилось, да, тогда. Но, как видите, я прошел. Да, я могу повторно выбирать реванш Крести. Стоп, а что надо? А день рождения Крести закончился. Теперь она не будет поддаваться. Ого. Крести выходит на сцену. Она у нас даже выхилили. Тема длинная, тема. Это любимая вещь. Больше времени на решение. Выберите тему, которая нравится Крести. Мусор. Милые мальчики. Ну, милые мальчики. Верно. Неплохо. Все хорошо. Я помню это, прикиньте. Хорошо, это тебя сегодня. Что? Это просто ужасно. Пожалуйста, прекратите, вы двое. Не нападай на меня. Окей. Нихера себе, когда я молчу, что могу. Даже в рифму. Крестя разноголосо гудит. О, 20 всего лишь. Выберите тему, которая нравится Крестя. А, Провиус. Верно, неплохо. Все хорошо. Я каждый раз угадываю, или это просто идиотизм и троллинг? Как хорошо ты знаешь нас. Ты ничего не знаешь, идиот. Извини за это. О, больно. Думал, что проскочу. Крестя шепчется о милых парнях. Но не говоришь, что еще на 2 серии это все затянется. Выберите тему. Пушистый, Раузей. Верно, неплохо. Да-да-да, разные проценты. Так, ну да, повторяются эти. А у нее такие разы были атаки, да, тогда? Ну, в той главе. Или все-таки что-то новенькое есть? Крестин разноголосо гудит. А, вечеринка. Верно, неплохо, все хорошо. А, я самый лучший выбрал, да? Прекрасно видеть тебя снова. На этот раз ты умрешь. Так разный диалог или нет? Батлтоц. Чем эта игра похожа на Батлтоц? Крестя спорит, где чья зубная щетка. До свидания, Крести. Потрясающая битва. Как и обещал, вот твоя награда. Треф что? Который можно разделить на троих, восстанавливать 70 ОЦ команде. Ё-моё, да вы... Вы серьезно? Где это все было? Ну ладно, я и так прошел. Эй, босс. Испытание, давай. Диспетчер задачи говорит и последнее. Выиграть легче, чем алфавит вспомнить. У вас 3 попытки, босс. Кого? Порядок, порядок. А, это бы не появилось, да? Так и так. Это бы не появилось. Прикольно, с ним можно снова сразиться. Ну да, уникальная битва. Эй? Что она хочет? Диэй. А, ладно, я что-то просмотрел. Сейчас я думал, что я правила не понял. Новые атаки. Слушайте, прикольно. Ну, тут нет этих мразей, которые мешаются. Простите. Окей, я провалил битву. Босс, попробуй вспомнить, чему тебя учили. А, и он каждый раз так будет говорить, да? Вот оно что, слушайте, прикольно. Ну все, я понял. Сотовая спина, пора захлестов, и вы в форме. Би.
Она просто произносит иногда другие буквы, и это меня путает. Хоть наушник выкидывай. Как будто бы. Ну, теперь я знаю. Да, оно каждый раз разное, но все равно. Или нет? По-моему, рандомное. Я что, похож на того, кто тест должен сдать? Окей. Извините. BDA. DAC. DBA. Окей. DCD. Отлично. Окей, это не так сложно, как я думал. Потрясающая битва. Как и обещал, вот твоя награда. Получили $250. Нахера мне это надо? Окей. Гоа 2. Все звезды. Сразитесь со всеми подряд, потребуется некоторых усилий потребует. Первый раунд. Похоже, мы сегодня тут надолго, да? Покачаться. Может, реально... Так, вы покачиваетесь, отлично. Может, реально все это дерьмо перенести с исследованием города на следующую серию? Потому что что-то очень долго мы тут торчим. Давайте хотя бы школу исследуй, все. Пахнет озоном. Ган запомнит, что я исследовал школу. Покачиваться. Раз. Усмирение. Да-да, быстрее можно, короче, это делать. Я понял. Вы тратите ход? Ну, блин, уже поздно. Я-то все гадал, нахера это усмирение? Тьфу. Ну, до свидания, мисс. Второй раунд. Final round. Выскочь. Ой, я чё, идиота, чуть его не убил. Заблокировать. Вообще, R-действие очень крутая фигня. Нажмите вправо несколько раз для блока рекламы. Отлично. Скрыто 10 окон. Сьюзи уже о своем здоровье, Раузей моет руки. Где он там их моет? Окей. Вера Веракун издает подозрительный звук. Раз. Два. Пошел нахер. Преступление это плохо. Вы знали это? Крис щадит. Отлично. Михаил, я свободен. Прикольно, что можно так вот зайти пообщаться. Это не хватало в прошлой части. Веракун тыкает в круглые вещи своим копьем. Было прикольно, если бы тут можно было с боссом сражаться. Чувак, просто приклейся к кому-нибудь. Даже если придется клонировать себя или что-то еще. Да иди ты нахер. Я немного не понимаю. Окей, до свидания. Чел, может ты уйдешь, а? Третий раунд. Эй, а Роузей выхилить собирается, нет? Задача. Нежный голос. Раузей мягким голосом общается с противниками. Тише, тише, все в порядке, киса. Разве он не всегда так говорит? Сьюзи крикнула задачу убраться с ее территории. Отлично, мышь щелкает и пищит. Так, Раузей, похили. Окей, хорошо. То он такой идиот, что он не может сразу это делать. Мышь щелкает. Так, мышь. Поймать. Пощада и защита. Поймал, отлично. До свидания. Четвертый раунд. Раунд 4. Файт. Охладить. Это на два хода. Ну, я не то сделал, да, окей. Я немного позабыл.
О, зато мы увидели новую атаку, когда он типа холодный. Ха. Прикольно. Скворецкие с кожи вон лезут. Чтобы осмотреть чашу. Какую чашу? Вазу. Ну, согреть. На 2 тона получается. Пол согреть. Ну и пощада. Верно? Верно. Ну почти. Ну, по крайней мере, теперь он больше не прыгает. Отлично, обманул. Чистят друг другу перьевыми метелками. Давай, давай, согревайся, дружище. Че делаю? Совсем уже с ума сошел. О, их еще по отдельности надо, а разве? Разве они не все сразу? Значит, я забыл. Сколько я недельный перерыв тогда делал? Тогда. Ну и до свидания, че. Роза, я можешь никого не хилить. О, еще финальный раунд. Окей, интересно. Я чуть не убил его. Хладнокровие. Задействует Роузе, это больше. Мета. Но вот всегда интересно было и попробовать макс лечения не на Сьюзи, а на другого персонажа. Сработает? Вы с Роузе сладко прошептали беспроводник. Он делает вид, что ему все равно, однако действия стали более эффективными. Нихера он не... Ладно, интересное. Ты чё, мужчина? Нихера ты... Зря я, да? Беспроводник подключается. Да вы охренели. Грубость? Ты чё, все, давай это. Охреневший, блин. Во! Что набьёте ему рожу. Воздух трещит боевым духом. Роузе мило улыбается. Да пошел ты нахер, ты сделал их сильными. Роузе, ты с ума сошел? Вот и правильно, там и валяйся, идиот. Так, ребята. Давай-ка это. А где штука, что нас сможет поднять? Ее нет, поздравляю. По-моему, я оставил ее в бардачке. Ладно. Беспроводень одного убрать, и все будет нормально. Грубость. Это что? Окей, пахнет ударом молнии. Да ладно тебе. Хладнокровие, нам должно хватить по факту. И сразу же его пощадить. Да, нормально. Правильный ход. Но он все равно падал быстрый. Все равно, несмотря на то, что он один. Опасно. Так, Роузе, давай, поднимайся. А, хладнокровие, естественно. И давайте поднимем Роузе. Хоть как-то, черт побери. Давай, бесполезный, вставай. Наконец-то. Ну окей, я почти научился. Само обучение. Грубость, давай-давай, пошел. Отлично. Давай-давай, улыбайся ему. Хорошо. Я робот. Отлично. Ну, почти. А, ну должно хватить. До свидания. Потрясающая битва. Как и обещал, вот твоя награда. Вы получили самоцвет. Чё нам эти ваши дают? Зачем оно мне нужно? Типа я смогу вернуться, а? Ну и все. Все испытания, получается, пройдены. Что, куда мы еще не ходили? Сохраниться можно. Стоять. После долгого дня город снова вырос. Вы наполнены определенной силой. Там что-то красное было. Идите вы нахер. Че, типа, если я тут сохранюсь, то меня убьет? Правление, склад. А на складе что-нибудь есть у меня? На точке сохранения вы сможете получить доступ к складу. А, ну точно, да. Забыл. Склад. Отрава, лансер печенья, темная конфета, пес-доллар. Окей. О! Номер, много путешествовал. Настало время осесть. Отдать мое богатство бедным. Робин Гуд. С этой удачей я перестал быть сферическим. Нуберт, ты единственный в своем роде.
Не будем вам мешать, господа. Хо-хо, кто этот парень? Он страшный. Приветик, приветик. Я отбросик, ха-ха. Ой, а спам там до сих пор там висит, да, в одиночестве. Я точно заведу себе кучу новых друзей. Как насчет клубничного пирога? В твоем холодильнике уже есть кусок торта сиди? Да он не свежий, я хочу прямо из котла. Окей. Дверь заперта. По какой-то причине мы все еще за решеткой, но все в порядке. Защищает тюрьму. Яростно. Окей, папаша что-нибудь скажет? Может, вы и превзошли меня, но скоро вы столкнетесь с кем-то более ужасающим. Кем-то настолько титаническим, что вы даже и не представляете. Королевой? Мы уже встречали ее. Что? О, какое замечательное колесо для хомяка. Так ты тоже пришла посмеяться надо мной. Ребята, может, мы не будем портить ваши семейные отношения? Вансера только не пускайте. Нет, я серьезно, оно потрясающее, верно? Не зря зашли? Однако это поилка. Не оскорбляй этого королевскую поилку. Ни в какое сравнение не идет с той, которая в моем особняке. Материалистка, как всегда. Переоценка материализма отказана. Всего лишь отказываю себе уход, который я заслуживаю. Ты каждый день спал, свернувшись на грязном троне. Довольно, женщина! Зачем ты сюда пришла, королевушка? Я просто хотел сообщить, королек, что тебе не стоит беспокоиться о Ансели. С этого дня я буду за ним присматривать. В конце концов, я... Ребят, поздравляем, поздравляем! Мать вернулась. Мать вернулась. За хлебом ушла, а в итоге отец дом был. Сирота. Его мать. Когда это было решено? Самовольно, прямо сейчас. Ха. Делай с мальчиком, что вздумается. Но если он заплачет, брось его об землю, как мячик. Я думаю, время прервать наши переговоры. Как пожелаешь. Хо-хо, неизменно прошу помилования, ваше величество. Однако царица назначила нового государя себе в ее помощники. Кого? Да, кого? Кажется, я оставил мою загадку включенной. Я скоро. Кто это был? Для моего сына он меньший отец. Отчим. Не могу почитать кого-то меньше, чем ты. Проваливай. Пока-пока, королевушка. Королюшечка. Кстати, для тебя что-нибудь взять в лавке? Орешки. Запрос принят. Не, ну вы, ребята, вообще даете. Нам не о чем говорить. Да я верю. Ха-ха. Веселая семейная жизнь. Интересный отчим. Да и история ничего такая. Нихера не изменить. Стоять. Ха. Возможно, это не лучшая вещь в вашей... Когда я успел ее притащить? Завидуешь моей крутой скульптуре, Крис? А, чего? Нет, это не я. Она просто крутая. Будет ли два диалога? Вот за это и уважаю Тоби Фокса, что у него... Да ну вас нахер. Крутой. Музыкальный проигрыватель. И ладно, это было. Слушайте, ребята, а комната все еще на ремонте? Я продолжаю попадать в эту ситуацию. Это он же. Не могу сказать. Почему я помню это? Что я прохлаждаюсь или могу? Добро пожаловать, весь замок, теперь моя комната. Я собирался установить кое-что наверху. Зачем? У меня уже есть все, что я когда-либо хотела. Дружба, поклонники, маленький круглый мячик. Мальчик, теперь иди и поиграй со своими друзьями, персичек. Персичек, персичек.
Крис, передай Ноэль мои наилучшие пожелания. Любые оставшиеся пожелания можешь передать Бёрне. Сиси, Крис, зуб на постик. Постик. А королева учит меня тому, как быть плохим парнем. Она такая, как бы это сказать, как третий отец для меня. Женщина-отец, если угодно. Родитель 3. Ты имеешь в виду мама? Выйди на улицу и поиграй, перчик. Перчик, перчик. Не, они крутые, окей. А мою статую прокомментируют. У меня нет собственной статуи. Да ну идите вы нахер оба. Мне этот Роузейка, вот он нож, блин, за спиной держит. Смущает. И нет ни в плане смущения. Сколько я уже, мать вашу, играю? Да пора... Да давайте школу исследуем, да и все. И там уже будем прощаться, потому что, ну, серия все-таки, ну, блин. Так, давайте. Он так машет мило. Что, если я позвоню? Привет, дорогой. Как ваш групповой проект? Могу подвести тебя до дома через пару минут. Мне просто... Оу, не нужно? Ты все еще проводишь время с другом? Ничего себе, 2 дня подряд, Крис. Это рекорд. Веселись, дорогой, и вернись до заката. Щелк. Снова звонишь? О чем подумает твой друг? Какая мелочь, конечно, какая у деталей, каким мелочам, просто невероятно. Вроде прошли игру, а все еще интересно. Повеселись с ним, дорогой. Снова звонишь? Окей. Ну, подруга вообще-то, ну и хер с ним. О, дверь закрыта, отлично, нам не придется много комментировать. Да ладно. А, тоже было в библиотеке, точно. Вы запихали все остальное в шкафчик, даже коврик. У меня вообще коврик для фитнеса тоже шкафу, кстати. Ну ладно, зачем вам это знать? Окей, запаковать игру не получилось. Ну это все было отлично. Шкафчики, все такое. Зовите Мазилу, вот тут Тем. Тем учится и очень стараться. Тем умнеет пойти в колледж, достичь мечту. Тогда Тем станет. Ха-ха-ха. Так, как будто ты сможешь себе это представить. И памяти забыты. Букет роз. Можно покачу свое. Обои на рабочем столе обновились. Качки супергероя теперь стоят на расстоянии в 10 сантиметрах друг от друга. Над ними надпись о важности дистанции во время школьных танцев. Кажется, ваша мама как-то повлияла на это. Ну, мама Джора Фак. В принципе, я считаю, удачная семья. Не хуже королевской. Так, у этих идиотов ни хера не изменилось. Ладно, стоять. Что-то на доске написано? Мисс Ториэль. Ладно. Чё, вся школа исследована? Серьезно? А, этот экран исследован. Да и все. Давайте будем тогда с вами прощаться. Я сохранюсь в кибермире и пойдем. С вами был OtspoGamer. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. Ладно, давайте дойдем. Мы там уже попрощаемся. Не хочу с вами расставаться. Так, мистер господа. Это было. И сохраняемся. Теперь точно. Всем пока.